Приветствую вас, и ключевой момент в вашем вопросе заключается в том, что это двое ваших бывших мужчин. Видите ли, это напоминает это борьбу, такую вот классическую борьбу мальчиком за внимание девочек. Один мужчина поставил вам лайк на фотографии, другой мужчина, увидев это, тоже поставил лайк, а первый мужчина, когда увидел, что второй поставил лайк, ему стало неприятно, и он его убрал, не желая разделять, скажем так, фотографию и лайк свой с другим мужчиной. И этим объясняется их поведение. Также их действия можно объяснить тем, что делают они это под эмоциональным порывом. То есть вот у человека произошел порыв, да, ему захотелось поставить лайк, он лайк поставил. Потом какое-то время прошло, человек думает, ну, в общем-то, она, вообще-то говоря, уже моя бывшая девушка, и зачем я поставил ей лайк, непонятно. Может быть, я погорячился, может, не надо было, и лайк опять убираю. То есть в данном случае, особенно если это происходит в короткий промежуток времени, то мужчина, точнее мужчины, находится под неким достаточно сильным эмоциональным влиянием, и что и обуславливает их установку лайка вам. И также обуславливает их последующее снятие именно эмоциональным состоянием. Какое это эмоциональное состояние, зависит от ряда факторов. Например, отслеживают ли мужчины вашу страницу и фотографию в частности, знают ли они, например, друг о друге, в том смысле, что знает ли один мужчина бывший о том, что другой бывший поставил вам фотографию. Это все очень влияет, но факт остается. Фактом в том, что ими движет эмоции, ими движет желание, с одной стороны, ваше внимание привлечь, это то, чего они хотят, потому что если бывшая женщина, то для мужчины это означает своего рода проигрыш, своего рода. Знаете как, вот не получилось женщины, да, не смог удержать, это для него минус, это для него негативное явление. И этим обуславливается внимание, как бы желание привлечь ваше внимание к себе, но при этом так, чтобы выглядеть при этом максимально независимым. А дальше, в зависимости от того, как вот мужчина воспринимает друг друга, да, то есть знают ли они друг о друге или нет, тут можно варьировать достаточно сильно ситуацию, и либо это гордость мужская, нежелание соперничать с другим, и это означает, что каждый мужчина считает себя идеальным и лучше другого, что, в принципе, вполне логично. Либо это осознание того, что человек сделал глупость, да, то есть поставил лайк, сделал глупость и убрал его, чтобы его не было. Вот примерно так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то еще
уточнения у вас будут, можете задать их мне, написать мне их в личку, я вам помогу. Если мой ответ понравился вам, буду благодарен, если сделаете его лучше.